Бабушкин Александр Васильевич, герой Советского Союза. Родился 20 декабря 1920 года в деревне Красино-Убережная, ныне село Большое Хорошово Ясногорского района Тульской области. Был штурманом эскадрильи 10-го разведывательного авиаполка 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, капитан. Имел награды: орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 4 ордена Красной Звезды, медали. Принимал участие в Белорусской, Витебско-Оршанской, Минской, Восточно-Прусской операциях. За годы войны совершил 163 боевых вылета. Провел 19 воздушных боев, в которых его экипаж сбил 3 вражеских самолета. Около трети своих боевых вылетов совершил на аэрофотосъемку. Сфотографировал территорию площадью около 24 тысяч квадратных километров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитан Александр Васильевич Бабушкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После ее окончания продолжил службу в рядах Советской армии. В 1977 году в звании полковника был уволен в запас, проживал в Москве. Скончался 25 сентября 1996 года. Похоронен в Москве на Рогожском кладбище. Имя героя увековечено на мемориале защитником неба Отечества при въезде в Тулу.